Елка желаний каждый год помогает исполнять новогодние мечты детей из опекунских семей, а также попавших в трудную жизненную ситуацию и с ограниченными возможностями здоровья. Глава региона призвал всех неравнодушных ульяновцев присоединиться к благотворительной акции. Сегодня замечательный день. Областную елку желаний. Каждый из вас же был ребенком. Помните, как писали заявки Деду Морозу и надеялись, что новогоднюю ночь это желание Дед Мороз обязательно исполнит. Так давайте сегодня мы сами поможем Деду Морозу исполнить желания наших ульяновских ребятишек. В этом году несколько новогодних желаний исполнит лично Алексей Русских. 8-летний Марсель Фаткулов получит игру «Джанго». 10-летняя Таисия загадала набор для занятий изобразительным искусством. Фаткулов Роман, мальчику 8 лет, магнитный конструктор, видимо, будет инженером. Обязательно исполним, и на Новый год ребятишки получат то, что они заказали Деду Морозу. Региональная благотворительная акция «Елка желаний» в этом году проходит в Ульяновской области в 10-й раз. Собрано более 600 новогодних желаний, каждое из которых обязательно будет исполнено. Как сказал Алексей Юрьевич, каждый в свое время писал письма Деду Морозу, желал именно то, что какое-то у него сокровенное желание было, и то, что ему было бы приятно увидеть и неожиданно обнаружить под елкой. Поэтому каждый ребенок, он мечтает о том, чтобы исполнялись именно желания. И исполнительным желанием может быть каждый из нас. Новый год – это праздник волшебства и чуда, когда все дети ждут исполнения своих желаний. Мечты детишек от 3 до 14 лет исполнят не только члены правительства, но также и представители законодательной власти. К акции присоединились депутаты законодательного собрания Ульяновской области. Пискунова Анна, 12 лет. Серия книг про волшебство. Ну что ж, надо постараться. Следующий. Булыгин Роман, 9 лет. Фотоконструктор. Мозамбрик большой. Ну что ж, будем стараться исполнить желания наших детей. Спасибо. Во всероссийской акции принял участие и полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. 9-летний Ярослав из Нижнего Новгорода мечтает побывать в роли машиниста. Анна из Самары – покататься на лошади. Их желания будут исполнены. Елка желаний – замечательная традиция. Десятки тысяч детей из всех регионов нашей страны получают новогодние подарки. Новый год – это праздник, это сказка, это чудо. И без подарков представить себе его невозможно. Благодаря акции «Елка желаний» каждый может совершить добрый поступок, исполнив детские мечты. Валентина Никонова, Марат Мигдеев, Ол Правда ТВ.